Как вам кажется, наиграла ли команда сегодня на победу и чего до этой самой победы не хватило? Ну, надо сказать, что и команда соперника, и наша команда выглядели достаточно хорошо в этой игре. Упорная борьба. Соперник отнесся со всей серьезностью к этой игре. Из основной команды было 8 человек делегировано. Вот. Мы, к сожалению, сейчас в нашем составе только 15 футболистов по независящим от нас причинам травмы и так далее. Вот. И я считаю, что еще наложило свой отпечаток на игру судейское решение на первой минуте, когда у нас сломали нос центральному нападающему и не последовало никаких санкций со стороны судьи. Замена Ванькина как сработала? Мы довольны, как вышел Писанкин Никита. Практически первый раз на этой позиции вышел, но не имеем других нападающих, поэтому Писанкин Никита не является чисто выраженным нападающим. Но сегодня по уровню борьбы и по накалу он показал, что может играть на этой позиции. После победы на выезде как-то настроение в команде приподнялось? Да и настроение, и в общем-то, и по игре я хочу сказать, что и пытались играть в комбинационный футбол, но определенные трудности помешали нам, глубины состава не хватило, не смогли освежить игру после пропущенного гола заменами, так как не было никого, кто мог бы явно усилить. Вот. Пропущенный мяч – это следствие того, что где-то под конец тайма подрасслабились? Ну, мы этот мяч уже разобрали, скажем так, в раздевалке. До этого мы 15 минут безраздельно владели инициативой, создали несколько моментов. Но так бывает в футболе. Упустили. Мелочей в футболе не бывает. Не добежал на 3 метра и получили гол. И в конце нас компенсированно простили, тоже по собственной вине чуть было себе не привезли гол. Ну да, подскользнулся полузащитника. Но надо сказать, что и мы в конце то же самое. Хороший проход был у Неплюева. И сделай более точную передачу. И могло бы все завершиться взятием ворот. И до этого у Неплюева был выход один в один. Мяч в сантиметрах пролетел от штанги. Сергей Александрович, вот сейчас, в конце сезона, я так понимаю, что на турнирную таблицу уже не смотрите. Вот какие сейчас задачи решаете? Да нет, мы, конечно, смотрим на турнирную таблицу. Играем с молодежными командами принципиальные матчи. Две игры вот сейчас с Калугой, мы в ничью боевитые игры были. Сейчас с Тамбовым тоже самые принципиальные матчи. И вы сами видите, как соперник относится к играм, отправляя на игру 8-9 человек с профессиональной командой. Значит, с полной серьезностью относятся все. И мы также с полной серьезностью относимся к этим матчам. Это имидж клуба. И для нас дело чести то же самое удачно сыграть с молодежными командами.